еще у вас хватило сил, помощь Господню. Призываем, чтобы это продолжалось и было примером для воспитания и будущего поколения, чтобы и они, юные, привыкали к такому образу жизни и молились за нас, которые уже желаем или не желаем, годы бегут, и, казалось бы, вот только что встречались с молодыми своими священниками, а теперь уже и потихонечку и наши годы приходят. И просим также молить за всех наших прихожан, которые знают и любят и ваш приход, и особенно через настоятеля вашего отца Иакима. И всегда, когда я уезжаю, говорю о том, что я еду на приход, на ваши приходы, и просят передавать поклон и благодарение, и просят, чтобы и за нас также молились. Спасибо, Господи! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!